Чесночно-сырные гренки – прекрасная вещь для быстрого, но очень вкусного перекуса или для аппетитной закуски, завершающей сытную трапезу, готовится просто и из привычных ингредиентов. Бывает, когда хочется плотный обед или ужин завершить какой-нибудь пикантной и вкусной закусочкой, а бывает, напротив, что готовить что-то серьезное некогда или лень, и хочется быстро и просто перекусить. Чесночно-сырные гренки прекрасно подойдут в обоих случаях, готовятся они проще простого, но получаются очень аппетитными и вкусными. Чесночно-сырные гренки – это еще и прекрасная альтернатива сухарикам под пиво или попкорну под фильм. Словом, рецепт один, а применений – много. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Выдавим 2 зубчика чеснока. Лук-шалот, четверть головки, мелко нарезаем. Смешиваем лук с чесноком. Мелко рубим зелень, у меня петрушка. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Смешиваем лук, чеснок, зелень, соль и перец. Смешиваем получившуюся массу со сливочным маслом и тертым пармезаном. Перемешиваем до однородной массы. Теперь берем итальянский хлеб, разрезаем его вдоль на 2 части. Щедро намазываем на половинки хлеба получившуюся сырно-масляную массу. Ставим в духовку и выпекаем при 200 градусах, пока гренки не покроются красивой хрустящей корочкой. Подавать лучше немедленно, в горячем виде. Приятного! Подписывайтесь и ставьте лайки. Обещанный список ингредиентов. Итальянский хлеб, 1 штука. Масло сливочное, 200 грамм. Чеснок, 3 зубчика. Пармезан тертый, 2 столовые ложки. Лук-шалот, 4 штуки. Петрушка, 1 столовая ложка. Соль, перец, по вкусу. Количество порций, 2. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!